Всем привет, зовут меня Димон, ник в игре Афроди Кинг. И у нас такая операция в Кресауте. Как взорвать мост? Да-да, пацаны, как взорвать мост? Очень сложно, даже продвинутые игроки не знают, как его взорвать. И давайте посмотрим, и мы его сделаем за несколько минут. Для этого нам нужны ли пулеметы, автопушки, пушки, все кроме дронов, пацаны, все кроме дронов мы берем и погнали, погнали. Сейчас покажу вам этот маленький секрет. Где же эта кнопка, которая нужна нам для взрыва этого моста? Погнали! Так, включаем тачку, и вот мы на самом мосту. Эту тачку нам подогнал Уран Экспресс, ссылка в описании, хороший классный парень, ему пятюнька. Так, пацаны, вот мы подъезжаем к мосту, да, можно и отсюда, можно будет и отсюда вам поэкспериментировать, автопушечники с прицельчиком, сейчас покажу, куда только нужно стрелять. Вот, пацаны, висят эти две бочки, мы подъезжаем, бабахаем, раз, надо, два, видите, уже он зашипел, раз, пацаны. И два, есть! Мы выполнили 1/3 задания, дальше подходим. И в этот момент под мостом могут приезжать наши тиммейты. Да-да, пацаны, вы можете взорвать и под нашими тиммейтами. Посмотрите, их на реакцию будет. Прикольно будет. И целимся сюда. Особенно автопушники, пацаны. Если кто сможет оттуда сдалека с прицельчиком позбивать, будет прикольно. И раз, два выстрела надо, два выстрела сверзил попасть, вот, видите, задымелось, отъедем чуть-чуть. Есть, да, вот, мы операцию выполнили, взорвали 3 пролета моста. Ну что ж, мои любимые, хорошие, классные подписчики, теперь вы знаете, как взорвать мост со своими или с чужими игроками. Пробуйте, экспериментируйте, терзайте. Всем пятюньку от котейки. И вам большое спасибо за лайки и комментарии. Пока-пока, с вами был Афроди Кинг. Чемпион!